Сборная России по дзюдо вернулась из Катара с чемпионата мира в Шереметьево. Из Дохи прилетел и серебряный призер в категории свыше 100 килограммов Инал Тасоев. Судьба золота решалась в Голден Скоре. Россиянин подловил соперника Тедди Ринера, но атаку не засчитали. После чего он уже сам пропустил бросок в Азаре и в итоге проиграл французу. Тот, к слову, самый титулованный дзюдоист в истории чемпионатов мира. У него 11 золотых медалей и одна серебряная. Для нашей сборной медаль Тасоева стала второй в Дохе. Золото в тяжелом весе разработал Арман Адамян.